Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас рубрика «Простое вязание для начинающих», и мы вяжем кофточку. Кофточка может быть на мальчика, на девочку, зависит от того, какой цвет ниток вы выберете. Так, для этого, чтобы снять мерки, мне нужна кофточка ребеночка. Я снимаю первую мерку, это от начала рукава, в кадр не влезает. И до конца рукава 71 сантиметр у меня. Я пишу: первая мерка 71 сантиметр, вторая мерка ширину. Вот тут вот я вижу, что кофточка широковата. Я вот ширину сделаю где-то вот так вот, 27 сантиметров, потому что это слишком. Вторая мерка 27 сантиметров ширина, третья мерка длина 30 сантиметров, третья мерка 30 сантиметров, ну еще ширину рукава измерить 10 сантиметров. Теперь рисуем выкройку. Выкройка у нас будет, давайте я буду рисовать поэтапно, как я начну вязать, чтобы вам было понятнее. Первым этапом я начинаю со спинки, и спинка у меня будет вот эта мерка 27 сантиметров. Это вторая наша мерка 27 сантиметров. Теперь беру образец. Вот тут вот тоже не важно, какие спицы, какие нитки. В моем случае спицы троечка, нитки вообще в два сложения какие-то, не важно. Я просто, мы будем вычислять по плотности вязания. Вяжем образец и меряем 10 сантиметров. 10 сантиметров, считаем петли в 10 сантиметрах. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 на 2, 22 петли в 10 сантиметрах. Значит, 22 мне нужно умножить на 2 и 7, так, 69,4. Ну вот, возьмем 70 петель. Я набираю 70 петель, потому что пусть в кромочную вот это сократим. Набираю 70 петель и вяжу лицевыми петлями платочной вязкой. Вот, вот такой вот вязочкой, все лицевыми петлями. Далее буду... Вот начало моей работы. Набрала я 70 петель, это 27 сантиметров, и провязала высоту 20 сантиметров. 20 сантиметров, сейчас я вам покажу, откуда это взялось. 20 сантиметров, длина у нас 30 сантиметров, и ширина рукава 10. 30 минус 10 получилось 20 сантиметров. Вот. 30 минус 10 равно 20. Вот они, 20. Вот здесь вот у нас должно быть 10 сантиметров. То есть далее мы будем вязать высоту 10 сантиметров. А вот здесь вот у нас должна быть первая длина. Это 71 сантиметр. То есть нам нужно рассчитать вот эти части. Вот эти на рукав. Значит, 71 минус 27, которые у нас есть, минус 27, у нас получается 44 петли. То есть здесь, ой, 44 сантиметра, здесь 22 сантиметра и здесь 22 сантиметра. В сумме у нас получается вот этот 71 сантиметр. Так, 22 сантиметра умножить на наши 22 сантиметра умножить на 22 в 10 сантиметрах, то есть на 2,2 в одном сантиметре, 48 петель. То есть нам нужно набрать здесь 48 петель и здесь 48 петель для достижения вот этого нашего расстояния. И вверх мы набираем с одной стороны 48 петель и с другой стороны 48 петель, и вяжем ровное полотно. Расстояние должно быть
нашу длину 30 сантиметров. Вот это 30 сантиметров. Здесь рукава 10 сантиметров, то есть нам осталось провязать 10 сантиметров с этими набранными петлями. То есть здесь я наберу 48, здесь я наберу 48 и провяжу ровненько. Вот таким вот образом это выглядит. Видите, точно так, как я нарисовала. Вот она моя деталь. Провязала я 10 сантиметров. Вот мой рукавчик 10 сантиметров. И всего у меня 30 сантиметров. То есть наша длина. Вот. И всего у меня 30 сантиметров, то есть наша длина. Теперь для горловинки, вот так вот визуально смотрим, сколько нам нужно закрыть, где-то 7-8 сантиметров. Да, 8 сантиметров я закрою, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ну, видите. 20 петель средних я здесь закрываю, средние 20 петель, и вяжу отдельно две стороны. Здесь я ничего не меняю, вяжу отдельно одну сторону и вторую сторону, где-то примерно вот такое вот расстояние, 5 сантиметров. Ну сколько точно, я сейчас мы решим по ходу. Значит, 20 сантиметров я закрываю, вяжу ровненько. Ой, 20 петель, извините. Ну вот, мои хорошие, вот так вот это все выглядит. И вяжу я теперь отдельно каждую сторону. Средних 20 петель закрыла. И вяжу левую и правую сторону отдельно. Сейчас я вам измерю, сколько я провязала. 4 сантиметра провязала. Теперь мне нужно восстановить этот вырез. То есть 10 петель, которые я... 10 сантиметров, которые здесь вот 8 сантиметров было. Мне их теперь нужно восстановить, но с таким вот зазором. Значит, тут у нас 4 сантиметра. Я, конечно, тут залезла. Здесь продолжаем вязать ровно. Так. Сейчас нам нужно в этом уголочке набрать 10 петель, вернее не 10, то есть эти 20 я разбиваю, эти петли, которые я закрыла, делю напополам. У меня было 20, то есть 10 я наберу здесь и 10 здесь из этих петель, плюс по 5 петель. Зачем? Чтобы был вот этот зазор на застежку, вот такой вот. Поэтому с каждой стороны я набираю по 15 петель здесь и здесь, и вяжу отдельно каждую деталь. Вот, мои хорошие, смотрите, что у нас получается. У нас получается вот эти плюс 5 петель, которые зазор. Довязала я вот здесь вот 20 сантиметров, то есть сейчас буду показывать. 10 сантиметров и сюда 10 сантиметров, это наши 20. И теперь мы их закрываем, вот это наш рукавчик, закрываем здесь петелечки, сколько мы закрываем, набирали здесь, то есть тоже количество, те же 22 сантиметра, 48 петель в моем случае. И с этой стороны, вот здесь вот я закрыла уже. И далее продолжаю каждую сторону вязать ровно. То есть вяжем дальше полочки. Одна и вот так вот вторая. Просто они у нас тут с зазором. Здесь 20, всего 20 сантиметров. И здесь еще продолжаем вот эту же часть, высоту, которую мы вязали 20 сантиметров, вяжем, но только отдельно каждую полочку. Здесь я уже для рукава закрыла, теперь закрою здесь для рукава и продолжу вязать полочки. Ну вот и все, довязала я каждую полочку отдельно. Смотрите, на одно и то же расстояние. Здесь у нас все соответствует. И здесь. Вот она наша заготовочка. То есть я довязала на те же 20 сантиметров сюда.
Теперь я просто сшиваю рукав вот так вот отсюда и до низу. Один шов и второй шов. И потом займемся декорированием нашего жакетика. Так, вот такой вот жакетик у нас получился. Видите, тут рукавчик можно завернуть, можно оставить так. Я вязала чуть на вырост, чтобы было, девчоночки. Такие вот потайные кнопочки. Сейчас я пришью две кнопки изнутри, а сверху пришью две пуговицы, как бы декоративные. И далее покажу. Вот такая кофтеечка, жакетик у меня получилась. Я уже на плечики ее одела, чтобы сфотографировать. В принципе, можете связать, девчонки, на любой возраст, по моим объяснениям, по моим меркам. Вот. И также на мальчика, на девочку тоже, я думаю, если на мальчика жакетом, то просто сделать пуговки до конца, и будет такой вот жакетик. На самом деле он здесь ровненько. Это так просто видео выглядит. Вот он. Рукавчики я закатала. То есть можно сделать на вырост, чтобы не вязать как бы впритык. Сделать на вырост. Ну вот и все. Такой вот жакетичек. Кофточка, пальтишко. Как у